Привет, ребята, исследователь про магазин Лента. Опять конфликтом постоянно у меня возникал, спрашивали карточку. Те люди, которые богатые, у которых есть там машины, покупают на 2000. Я как беднячок ползаю, там на 200 рублей покупаю. Они у меня карточку спрашивают, которая 200 рублей стоит, то есть хотят сэкономить. Но очень жадные, плохие люди. Я мог, естественно, прятаться. Говорит, что нету, но я говорю просто, я не ругался, я говорил, купите карточку, вот она за 200 рублей. Но они сердились и нападали на меня. Вот, даже потом и после магазина один мужик стал подходить, говорит, ты просто бы сказал. Так я просто и говорю, но я сказал, просто купите карточку. Потом я сказал, еще после он отошел, там, я не знаю, что он слушал, что ли, я говорю, блин, надоели. Ну, действительно, что... Надоели. И это вот бесконечно. Именно происходит только в Ленте. Потому что как бы цена получается большая. В других магазинах 10-50 рублей, тут 200. И они жадничают, люди. Хотя на 2000 покупают, но они жадничают. 200 рублей, может, они там забывают, я не знаю, забывают, тоже пофиг, их проблема. В общем, много-много раз я описывал сам этот Лента, ей нужно было сделать дешевые карты, 10-50 рублей, либо раздавать. Тогда бы люди не дергали постоянно, вот это дай, возьми карту, это херня. Вот, то есть Лента, если ты, наверняка она меня услышит, они смотрят ролики, оказывается, там какие-то халуйки директоров, быстро карту убрали. Ну или дешевле сделали, вам приказ. И склад, который наверху магазина, этот дебилоидный, тоже быстро уберите, потому что это мешает, кстати, и покупателям. Когда я подумал, сегодня я подумал, они закрываются же, и в это время человек не покупает. То есть просто нужно перетащить и куда-нибудь назад, ну как сделал вот этот карусель. Смотрите, там все сделано, наоборот, меньше не становится от этого. Может быть, он дальше даже вырастет. Но на этом все. Пока, ребята. Карты не даем, не берем. Я запихнул карточку в телефон. Ну, сосканировать ее можно, там приложение Ленту поставить, либо 100 карт. И все. Теперь у меня, естественно, никто не спросит. Я же не буду телефон свой давать. Ну, всем пока.